Подарок за успехи в «Звездном» состоялись традиционные елки главы города. В этом году приглашение на главный утренник получили 800 детей и подростков. Тех, кто добился хороших результатов в учебе, спорте и творчестве. Они веселились, танцевали и помогали артистам справиться со «Снежной королевой», открыв дверь празднику. В гостях у сказки побывала и наша съемочная группа. Слово Павлу Прожогину. А вы любите волшебные истории? Отлично, здорово! Сегодня я расскажу вам одну из них. Большой зал «Звездного» буквально пронизан волшебством. Яркие огни, детские улыбки, карнавальные костюмы. Здесь царит атмосфера сказки. «Снежная королева» готова начать бал, но пока не она тут главная. Гостей праздника поздравляет глава города Новый Уренгой Иван Костогриз. Я искренне хочу вас поблагодарить. Хочу поблагодарить ваших родителей. Хочу поблагодарить ваших педагогов, учителей, которые вместе с вами вот достигли таких замечательных результатов, когда у вас появилось право находиться на самой главной елке города Новый Уренгой. И это здорово, это замечательно. Спасибо вам за ваш труд. На время утренника о свершениях и будущих победах в учебе, спорте и творчестве можно забыть. Есть задача труднее. Необходимо помочь Каю и Герди. По пути на бал «Снежной королевы» их захватили разбойники. Просьбу детей отпустить их смягчают сердце атаманши. Правда, во дворец еще нужно добраться, но и тут главным героям везет. Транспорт, как и все в этой сказке, волшебный. Здравствуйте, меня зовут Сирокоцци, я самый настоящий северный ямальский олень. Какое необыкновенное имя! Но друзья зовут меня Снежок, и я родился на севере, и знаю здесь все тропинки, и я тебя отвезу, Герда. Финал, как и положено доброй сказке, счастливый. Бал начинается, и в строго назначенный час появляется главный зимний волшебник – Дед Мороз. Здравствуйте, друзья мои! Здравствуйте! Теперь желания и мечты точно сбудутся, но сначала нужно выполнить обязательный ритуал, только весело и взявшись за руки. Хоровод вокруг новогодней елки помогает свершиться волшебству, а значит, все получилось. Я очень рада, что попала второй год уже на елку Мороза. Очень интересно, много нового появилось. Очень красивые выступления, танцы. Очень интересно, все так волшебно. Мне очень нравится. А что для вас Новый год? Это мандарины, конфеты, праздник. Ну и наступление, то, что планета вращается несколько раз. В этом году на елке главы приглашение получили 800 детей и подростков. В этот раз впервые в сказочную атмосферу погрузились и взрослые, но только в качестве зрителей. Павел Прожогин, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».